обратно в Дамаск прибыла делегация ООН, чтобы помочь палестинским беженцам. Даже в воюющей Сирии нашелся приют для тех, кто бежит от боевых действий из других мест горячего Ближнего Востока. Этот район сирийской столицы называется Сайда-Зейнаб. И тут уже давно живут палестинцы. Местные власти стараются создать им все условия, но защитить от террористов удается не всегда. В феврале этого года здесь прогремели взрывы. Представители ООН, кстати, привезли в район гуманитарную помощь. Это еда и лекарства. Оценили чиновники и то, как правительство Сирии помогает палестинцам. Глава делегации Пьер Крахенбюль поблагодарил официальный Дамаск и за проделанную работу, и за готовность сотрудничать с мировым сообществом в деле помощи палестинцам. Для меня очень важно, наконец, оказаться здесь, в этой растерзанной войной части Дамаска. В ООН знают, через что пришлось пройти жителям этого лагеря для беженцев. И мы работаем для того, чтобы мир не забыл об этих несчастных людях, которые заслужили помощь и защиту.